Es Мерсер. Это обзоры на диски Credo of Filth, Dark Venus, Abetsa, Credo Manticore, Credo Hammer of the Witches и Credo of Filth, Dusk and Hear Embrance. Вот этот альбом для меня такое ощущение самый, то есть, когда я его в первый раз послушал, он для меня тяжелым то есть, показался. Hammer of the Witches нормальный, Manticore тоже нормальный, а самый вот первый альбом и мой это Dark Venus. Я красиво тогда покупал где-то в 2008-2010 год. Это еще знакомился с этой группой. Вот как раз он выглядит сзади. Сам диск. Буклет. Прикольные девушки. Это уже середина буклета. Солисты этой группы Credo of Filth. Я все снимаю с телефона одним дублем. Да, почему этот диск не купил? Kill, Cannibal Corpse Ranch. Прикольная музыка.
hardcore. Я так думал, что этот обзор будет на затянется минут будет 15, наверное. Обзор на диски с на альбома Кредлофила. Эти отблики меня задолбали. Да, я как раз новый альбом уже послушал, Кредов-то. Я так скажу, на прикольный их альбом. Хоть он выйдет где-то, наверное, или уже вышел, я точно не помню какого числа. Обалденная музыка. Я так надеюсь, мои обзоры сети не накроются жопой. Hammer of the Witches. По-моему, самый любимый мой альбом теперь стал. Я все снимаю одной рукой, а другой рукой диски открываю. Hammer of the Witches. И сразу же первая картинка или фотка. Девушка целует скелет. То есть не целует, а пытается лизать ему зубы. Все облики меня уже заколебали. Детям до 18.
Как мне эти облики убрать-то? Как раз сама песня Хаймада Зичес. Как раз сами все солисты. Шок. Дети брать у нас сын. Дэниел Ричард. Летучий мышь с девушкой. Якобы папы или отцы стоят, священники. И одну ведьму хотят распилить. Циркулярной пилой. Кредл, даск, и хер.